Ледовая переправа Вилюйск-Жиганск не готова принимать автомобили. Сейчас проезд транспорта запрещен. В ближайшее время зимней дорогой смогут воспользоваться пешеходы. Необходимые работы уже ведутся. Анна Васильева узнала, когда машины все-таки начнут ездить по льду. С приближением зимы на реке Вилюй переправе Вилюйск-Жиганск остановлено движение автотранспортных средств. Таким образом, 8 заречных наслегов из-за сложной транспортной схемы встречаются с трудностями. Сейчас ведутся уже замеры льда, но лед еще не позволяет делать пешие переходы. Мы сделаем обязательно пешие переходы, обозначив их вешками, и люди должны ходить только исключительно по этим переходам. И обратите внимание на реку, многочисленные проемы, промоины. Стоит только уйти с этого места, где находится переход пеший, человек может утонуть. Во времена бездорожья заречные наслега пользуются дотационными рейсами. В этом году Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Вилюйский улус было предоставлено 54 рейса и 6 дополнительных. Помимо этого, в чрезвычайных ситуациях действуют санавиарейсы. Вилюйская ЦРБ за 9 месяцев выполнена санавиация 83. В первом квартале 29, в втором квартале 19 и в третьем квартале 35. Из заречных поселений госпитализировано у нас в общем 22 больных. Напомним, что паромная переправа через реку была остановлена с 1 октября. Ну а сейчас на ледовой переправе ведутся работы по установке необходимых информационных дорожных знаков. Организовано круглосуточное дежурство единой дежурной диспетчерской службой муниципального района. Также ведется контроль государственной инспекции маломерных судов. В настоящее время, значит, мы готовим предписание главе города о том, чтобы установить запрещающие знаки на возможных переходах и переездах, что движение переход по льду запрещен. Так что имейте, пожалуйста, в виду и соблюдайте правила техники безопасности в этот сложный период ледостава. Ориентировочное движение автотранспортных средств по ледовой переправе Вилюйск-Жиганск откроется в конце декабря. Правда, этот срок вполне может скорректировать погода. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск.